Привет, Майя, это я. Ты узнала? Я на территории Украины, короче, попал в плен. Со мной все хорошо. Что? Говорю, на территории Украины попал в плен. Сколько там член? Подожди. Ну, вот так. Объясни, пожалуйста, что ты там, где, как-то... Майя, со мной... Послушай меня, пожалуйста, внимательно. Со мной хорошо обращаются, не переживай за меня. Со мной хорошо обращаются, за меня не переживай. Ты должна найти, связаться с частью, с моей. Запиши куда-нибудь. Ну, а сейчас номер части, ты не позвонил, что сказать? Скажи, что такой-то попал в плен на территорию Украины. Когда нас отправляли, нам сказали, то, что мы едем как миротворцы на территорию ДНР и ЛНР. А по факту сейчас развязалась война. То есть... Мы в роли агрессора выступаем. Тут бомбят города жестко, поэтому... Имею в виду там и распространи это, если можешь. Что вообще? Почему тебя не отпускают? Ну как вообще? Ничего не отпускают. Мам, потому что я в плену, понимаешь? Я как агрессор все пришел. Кто меня отпустит отсюда? Все, Ма, давай без паники, сделай, пожалуйста, что я сказал, хорошо? Я Петрук Антон Андреевич. Число, месяц, год рождения? 5.07.2000. Где служите, на какой должности? Часть, войсковая часть 91-706, 150-я дивизия, со 2-й полк. Должность старший снайпер, звание рядовой. Как оказались на территории Украины? Выбора не было. Если отказались бы уже, когда перешли за границу, ехать воевать, у нас был типа измена родине. Угу. Могли посадить от 15 до 25, плюс невыполнение приказа. Еще дополнительный срок, это почти вся жизнь. Как вам бандеровцы относятся? Нормально, хорошо, даже сказал, лучше, чем свои. Дома мама ждет? Мама дома ждет. Что маме хотите сказать? Мама, жди меня, я вернусь.